Привет, добро пожаловать в мои первые впечатления об охотниках. Я много играю в них в последнее время, главным образом потому, что я завершал свои поиски доктрины, и мои первые впечатления таковы. Они действительно прослушиваются, и у них много проблем. Они часто стреляют в стены, и они. Собаки убегают, и только иногда им нравится заканчивать зарядку в середине, что действительно очень расстраивает, потому что собаки заполняются, если вы приказываете им вернуться. Так что, в принципе, первая способность очень хороша, если она сажает, и очень трудно заставить ее во что-то попасть. Потому что они, вероятно, склонны выбирать цели, и им следует стрелять в стены или во что угодно. Но у него очень большая дальность стрельбы и потрясающий всплеск урона, так что вы можете убивать игроков и многих юнитов сразу. Я обнаружил, что их лучше всего использовать сразу за прикрытием твоих щитов. Так что, если у тебя нет линии фронта со щитами или чего-то в этом роде, тогда ты знаешь, что хочешь этого. Они, потому что на дальности у них большой урон, и они не сильно бьют, но на близком расстоянии они просто расплавляют людей. У меня была одна игра, когда вражеские игроки действительно пытались убить моих домашних, но они просто не могли, потому что в основном из-за собак. Потому что собаки замедляют тебя, и я просто убью тебя, прежде чем ты доберешься до них. В целом, я чувствую, что собаки — очень крутое прослушивание, потому что это как первый лучник, который вам нужен, который действительно может защитить себя. И они могут сделать это очень, очень эффективно, потому что собака медленная и... Убери врагов и уменьши их урон. Так что, если кто-нибудь попытается бросить вызов твоим лучникам по прямой, ты можешь просто обойти их стороной. Потому что арки очень быстрые. Просто заряди их собаками, чтобы замедлить их и, например, сбить с толку и вражеских войск и просто растопить их. Это очень-очень эффективно. Так что пока у тебя есть собаки, они вполне хороший отряд Фрэнки. Они не так уж хороши в таких больших бутылках, если у тебя нет линии фронта. Потому что ты не можешь превращать своих собак во врагов. Потому что собаки просто растают. И мы обнаружили, что ты очень слаб. Вот я и нашел, что если у тебя нет. Хорошо, что за линией фронта можно следить. Очень хорошо просто обходить с фланга. И пока ты держишь своих собак и кайтишь, ты в безопасности. Потому что на самом деле все, что тебе нужно сделать, это просто отодвинуть свои клетки на несколько метров и закрыть свои блоки и антенну, если мы умрем. Конечно, мастер – один из них, но тебе нужно правильно оценить ситуацию. Так что да, это похоже на мои первые впечатления. К сожалению, они очень плохие. Я уже сообщил о них. Я действительно надеюсь, что они будут сосредоточены особенно на диапазоне навыков и времени, потому что это просто главная причина их разочарований. И много раз ты вроде бы четко стрелял во врагов, и твое подразделение просто откажется это делать. А иногда они могут стрелять сквозь стены и поражать врагов по разным причинам. Хорошо, подводя итог, они только очень забавные, и у них действительно хороший потенциал, но, к сожалению, из-за ошибок они не совсем там. Я думаю, что концепция других, которые могут защитить себя, очень крута, особенно потому, что она ограничена разноцветными постельными собаками. Потому что, когда ты теряешь собак, ты больше не можешь защищаться. Я думаю, что это совсем последнее. Так что да, мне нужно еще кое-что проверить. Мне еще не понравилось, что Райан видит, так что это займет еще некоторое время, и надеюсь, они получат кое-какие исправления в промежутке. Так что, я думаю, это все для первого впечатления. Надеюсь, тебе понравилось видео, и увидимся в следующий раз.